Около 18 тысяч мальков осетровой рыбы выпустили в Амур. Мероприятие также прошло в рамках форума «Амур. Река жизни». Участницей события стала вице-премьер России Виктория Абрамченко. Сейчас в Хабаровском крае работают 10 лососевых рыбоводных заводов и 2 осетровых. В этом году запланирован запуск еще одного предприятия в районе имени Лозо. Общая производственная мощность осетровых заводов в Хабаровском крае составляет больше 2 миллионов штук молоди. Кроме разведения амурских осетровых видов рыб, Амурыбвод занимается искусственным воспроизводством сахалинского осетра – редкого малоизученного вида, занесенного в Красную книгу России. С 50-х годов запрещен промышленный лов осетровых на Амуре, что действительно популяция сократилась очень сильно. И без воспроизводства через усилия наших бюджетных учреждений, главрыбвода, это невозможно. Поэтому каждый год учреждение восстанавливает популяцию и лососевых, и осетровых пород. Забота об Амуре, о биоресурсах. Это наша главная задача как правительства Хабаровского края, как вообще власти. И соблюсти баланс между промышленным ловом и сохранением экосистемы Амура – это задача номер один сегодня.